Здравствуйте, друзья! Вы можете спросить, глядя на окрестности, куда же это занесло нашего блогера-то американского, в какую-то дворцовую, можно сказать, местность. Это местность, да, это город Саратога. Мы, надо сказать, жили тут относительно недалеко, и вот когда ходили гулять, как раз гуляли мимо этого всего. Вот в этом дворце, друзья, находится офис, в который я направляюсь. Именно в этом офисе мне сделают сейчас... Свет, как называется то, что мне сделают? Фейшл. Мне сделают маску на лицо, чтобы кожа стянулась. Может быть, еще что-то сделают? Я расскажу. Давайте я вам покажу свой фейс. Без фейшл. А как? Каламбур получился. Каламбурчикс. Фейс без фейшл. Вот. А когда мы выйдем отсюда, я вам покажу фейс после фейшл. Может быть, я буду даже лучше смотреться. В общем, надо что-то делать с физиономией, а то как-то... Подтянуть. То многие говорят, что я стал выглядеть стареньким дедушкой. И хоть да. Хоть я не чувствую себя таким, а даже как бы наоборот. Но надо с собой заняться. Вот, вот мы пришли. Сейчас мы еще посмотрим на внутри тут, в этом дворце культуры, что происходит. Вот он. Вот он, дворец культуры. Так. Там люди закусывают, я смотрю. Так, ну что, сейчас будем соображать. У Светы в селфоне записано. Мы идем к женщине-специалисту. Ее зовут Анжела. Да, мы тут пытаемся найти это место, куда мы идем. Вот тут спустились на этаж ниже. Я вам расскажу. Это место называется Retirement Community. У нее есть отдельное. Там какое-то название. Здесь такое довольно дорогое место, в одном из самых дорогих городов страны, Саратога называется. Когда-то он был 5-м по стоимости рил-эстейта в стране, так что я не знаю, как сейчас, но, в общем, довольно дорогое место. Это существенно дороже, чем Лос-Алтос, например. Вот. И вот сюда мы пришли. Вот. А тут вот у них такой сервис, в частности, вот есть салон. А мы сюда. Что, друзья, вот светлый образ... Вышли мы из салуна, так сказать, салона. Не знаю, что вы там видите, у меня нет, как бы сказать, возможности проконтролировать. Светочка, иди ко мне. Вот мы вдвоем с супругой, друзья, я с процедурой, а она просто за компанию. Так какая-то маленькая сегодня. Как ты маленькая, я не знаю. Наверное, я вытянулся, пока мне лицо массировали. Вот, друзья, идем дальше. Вот наша дорога к лифту, который вот там. Пошли.